Наделали шуму в хорошем смысле слова и улетели. Сегодня пилотажная группа «Стрижи» вернулась на свою авиабазу в подмосковной Кубинке. Провожал залетных глава города Леонид Черкесов. Думаю, с тем, что «Стрижи» сделали нынешний день города, спорить никто не будет. Пожалуй, никакое другое мероприятие не собрало такого количества зрителей. За фигурами высшего пилотажа наблюдали около 200 тысяч чебоксарцев. А вот я вспоминаю, как бы день города был без «Стрижей». Ну, невозможно представить сейчас. Потому что под таким впечатлением, что действительно много мероприятий. Действительно, каждый старался по душе это найти. Но чтоб вот это самое яркое. Пилотажная группа гостила в Чебоксарах почти 5 дней. На такой визит потребовалось разрешение самого министра обороны России. Грустно, что они уезжают, но мы им говорим, что до скорого свидания, что надеемся, что они еще к нам прилетят. И мы обсудили многие вопросы о сотрудничестве, о дружеских взаимоотношениях. Вот эта дружба, которая у нас сейчас сложилась за дни пребывания «Стрижей» с летчиками, с механиками, инженерами, с руководством. И я думаю, что она и дальше продолжится. Чебоксары – это город, в который можно влюбиться. Так отозвались из столицы Чувашии люди, которые видели ее с высоты птичьего полета. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.